Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии. Министры иностранных дел двух стран встретились в одном из греческих регионов. Ранее Финны и Скопье договорились, что бывшая Югославская республика будет называться Северной Македонией. Это положит конец 27-летнему спору между двумя странами, а также откроет Македонии путь в ЕС и НАТО. За договор, подписанный сегодня, еще будет голосовать македонский парламент, а в сентябре его вынесут на референдум.